Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о появившихся изображениях нового Skoda Rapid для Китая. Чешская компания представила эскизы экстерьера и интерьера обновленной модели Skoda Rapid в кузове хэтчбэк для китайского рынка. Напомним, что некоторое время назад был показан новый Skoda Rapid для России. Он будет отличаться от версии для Поднебесной. А совсем недавно чешская компания раскрыла внешность седана Skoda Rapid для Китая. И вот, наконец, на эскизах показали и хэтчбэк Rapid также для китайских покупателей. Судя по изображениям, китайская версия хэтчбэка будет напоминать европейскую модель Scala. Новинка получит аналогичную головную оптику и похожие задние фонари, а также подобную решетку радиатора и бамперы. Длина хэтчбека для Китая составит 4312 мм, а размер колесной базы будет достигать 2603 мм. В плане интерьера у нового хэтчбека Skoda Rapid для Поднебесной изменения будут минимальны. Из обновлений стоит отметить увеличенный дисплей медиасистемы и модернизированный блок управления климатической установкой. В арсенале автомобиля будет находиться 1,5-литровый мотор MPI серии EA211 мощностью 110 лошадиных сил, который работает в паре с 5-скоростной механикой либо 6-диапазонным автоматом. Дебют новинки для рынка Китая состоится в ближайшее время. На данный момент это все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!